Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как сделать аквариум за 5 минут из подручных материалов. А с вами канал Акварий, я Валерий Иванцов. Поплыли! Итак, чтобы нам собрать аквариум, нам понадобится дощечка, палочка, патрон для лампочки, какая-нибудь емкость типа банки, изолента, провод, сама лампочка и, если нужно, выключатель. Начал было подсоединять выключатель, но слишком близко к лампочке. Наверное, какая-то ерунда получится, некрасиво. Так, опять получилась какая-то некрасивая ересь. Давайте-ка лучше присоединим пуму напрямую кабель к патрону. Давайте-ка проверим, работает ли. Есть контакт. Коли у нас есть выключатель, все-таки его приконнетим. Только уж более по уму, подальше от лампы. А теперь вставим палку. Так, укоротим-ка нашу опору, чтобы было на что вешать осветительное оборудование, так сказать. А саму опору посадим просто на клей. Ну и теперь закрепим наше, так сказать, осветительное оборудование. Все, пошли, готово. Финальная, так сказать, проверка. Теперь заливаем туда воды, важно, из аквариума. Добавляем камень с привязанным к нему лезвием, мхом и креветку. Ну вот и аквариум готов. Вуаля! Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, переходить в группу ВКонтакте. Пока!